Доброго утра! Сегодня я вам расскажу о такой замечательной траве, как сныть. Достопримечательность ее доказывает то, что ею питался Серафим Саровский. По микроэлементному составу сныть идентична составу крови человека. Ее можно использовать в супы, в салаты, сушить. Она обладает легким морковным привкусом и очень-очень вкусна в свежем виде. Сныть очень хорошо нейтрализует и выводит токсины в нашем организме. Обладает богатым поливитаминным составом. Она используется для улучшения обмена веществ при суставных заболеваниях, при заболеваниях почек. Используется вся верхняя часть растения. Из нее можно делать икру вместе с крапивой, заготавливать на зиму, солить так же, как капусту. Вот такая замечательная травка может расти у нас на огородах и в наших лесах. Всего вам доброго, хорошего дня!